Информационный вечер на канале СТВ. В студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Роснефть сохранит объемы поставки углеводородов в Беларусь. Об этом шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с главой российской нефтяной компании Игорем Сечиным. Напомню, ранее сообщалось об уменьшении в сентябре поставок нефти в нашу страну на 400 тысяч тонн. Объясняет ремонтом на трубопроводе «Дружба». Это решение убыточно как для нашей экономики, так и для Роснефти, которая владеет частью предприятия в Мозыре. Сегодня российский топ-менеджер, общаясь с главой белорусского государства, подтвердил интерес к развитию сотрудничества с нашей страной. Такую принципиальную позицию высоко оценил Александр Лукашенко. Я хочу вас поблагодарить за принципиальность, прежде всего за принципиальность, которую вы проявили в вопросах обязательств российской стороны по поставкам нефти на заводы нашей страны, в том числе и на ваш завод. Потому что примерно половина акций сегодня владеет Роснефть, заводом Мозыра. Заводом продвинутым, который имеет свои рынки, рынки приличные. Вовремя вы об этом сказали, потому что, опять же, откровенно скажу, я поручу заключить договор о поставке нефти с мирового рынка по мировым ценам. Деваться было некуда, поскольку завод же не остановишь, это ущерб огромный завод. Поэтому ваше заявление было кстати, и я поручал правительству Белнефтехиму обязательно проработать эти вопросы по поставкам вашей нефти на переработку на наши заводы. Я думаю, мы договоримся, тем более не думаю, что вы хотите, чтобы на ваш традиционный рынок пошли какие-то другие продукты, выработанные с чужой нефти. Я не думаю, что это нам надо делать. Нам выгода от работы с вами очевидна, потому что сегодня нефть очень дорого. И мы фактически будем работать, ну, может, не в убыток, то по нулям это точно. И потери будут, конечно, приличные. Если еще иметь в виду тот кризис, который у нас в мире бушует сегодня, да и связанный с калином этим, и калийной неразберихой. Поэтому нам не к месту сегодня всякие перипетии и споры. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Роснефтью. И мы не хотим ограничиваться просто переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. Такая империя нуждается в обеспечении, начиная от продуктов питания и заканчивая техникой. Поэтому мы будем просить рассмотреть вас вопросы, чтобы мы имели преимущество в поставках той продукции, тех товаров, которые вам нужны будут для производства и обеспечения функционирования всей этой огромной империи. Я уже тоже откровенно вам об этом говорю. И я правительство просил, чтобы они проработали такие направления сотрудничества, потому что в свое время мы, по-моему, с Лукойлом лет 7 тому назад договаривались, когда они перерабатывали нефть у нас. Я попросил, чтобы они посмотрели, какая техника, продукты питания, одежда для людей, мы можем изготовить здесь, шить для ваших людей, спецодежда. И мы тогда приличные объемы нарастили в торговле. Видимо, это ушло как-то, а может быть, продолжается, я не в курсе дела сейчас. Поэтому, как видите, спектр сотрудничества очень широкий, и мы в нем крайне заинтересованы. Большое спасибо за ваше время, за внимание к проектам, которые мы совместно осуществляем на территории Республики Беларусь. Я воспользуюсь этой встречей для того, чтобы также поблагодарить вас, президента Российской Федерации, правительства России, Министерства энергетики, которые помогли нам сохранить объемы поставки на Беларусь, в том числе на активы, акционерами которых является сама компания «Роснефть». Мы придерживаемся того, что выполнение контрактных обязательств – это святое правило для бизнеса. Нам, безусловно, интересно работать в Беларуси. Я только что провел утром предметные переговоры с руководством Белнефтехима Игорем Федоровичем Жилиным. Мы договариваемся о развитии сотрудничества нашего по всем направлениям. Мы приглашаем белорусских производителей участвовать в тендерах, которые проводит наша компания. По той номенклатуре, которая производится в Беларуси, мы будем рады видеть оборудование и продукты. Мы достаточно много закупаем для наших сотрудников. Компания «Роснефть» работает сейчас порядка 300 тысяч человек.
Белорусские иностранные ученые приняли обращение к мировой общественности по поводу ситуации в Сирии. Встреча экспертов по Ближнему Востоку прошла в Академии наук в Минске. В ней участвовали представители НАН Беларуси, Академии управления при президенте, иностранных дипмиссий. По итогам принят документ, в котором призывают решительно выступить против якобы миротворческих, а фактически агрессивных действий США. Белоруссия поддерживает поиски мира. Тем более будем прямо говорить, что в Сирии не гражданская война, а в Сирии именно банды террористов нападают на правительство, на мирных граждан, получив поддержку некоторых западных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки. Мы слабо верим американским политикам, и поэтому состояние готовности отразить агрессию сохраняется. И надежды на благополучный выход и на мир на Ближнем Востоке сохраняются. Хотел бы выразить благодарность белорусскому народу за поддержку, оказанную Сирии. Мы стремимся к установлению мира, защищая свой народ от любых фактов агрессии. Поэтому сирийское руководство согласилось принять инициативу о взятии под контроль химического оружия, чтобы у американцев не было предлогов выступать против Сирии. Вьетнамские продукты появятся на прилавках белорусских магазинов. Об этом сообщили в ходе бизнес-форума в Минске. В нем участвовали представители двух стран. Уже в ноябре белорусы смогут попробовать вьетнамский рис. Также идут переговоры о поставках морепродуктов и соусов. Всего же в поисках новых партнеров к нам приехали представители 36 вьетнамских компаний. Развивать отношения будут в сфере энергетики, фармацевтики, производства изделий из каучука. А чайная ассоциация предложила построить в Беларуси фабрику по фасовке и упаковке чая. Среди участников форума также Вьетнамская электронная информационная корпорация. В последние годы эта страна активно развивает электронику и уже вошла в число передовых производителей. Работать с Беларусью очень выгодно. Надеюсь, на бизнес-форуме сможем найти надежного партнера. Наша компания производит электронику хорошего качества и по приемлемой цене. Так что совместные проекты будут интересны обеим сторонам. Это страна, которая развивается большими темпами, это хороший рынок. У нас уже существует предприятие, совместное предприятие по сборке автомобилей МАЗ. Через это сборочное производство мы надеемся также наладить поставки и наших двигателей, комплектующих, стартеров, генераторов и других комплектующих для автомобильной промышленности Вьетнам. В будущем мы надеемся создать сборочное производство по производству наших тракторов. Добавлю, что Беларусь планирует провести национальную выставку во Вьетнаме в будущем году. Между нашими странами уже налажено взаимовыгодное сотрудничество. Товарооборот в прошлом году составил почти 185 миллионов долларов. Вьетнам – одна из самых быстро развивающихся экономик мира. Сейчас прорабатывают соглашение между Вьетнамом и странами таможенного союза. Долгостроев становится меньше. На заседании рабочей группы по проблемам в строительстве, созданной по поручению президента Беларуси, проанализировали результаты работы строительной отрасли за август. Лидер – Гродненская область, где в августе ввели в эксплуатацию все запланированные к сдаче на это время дома. Остальные регионы не могут похвастаться таким стопроцентным результатом. Подробнее Наталья Шнитко. Теперь моя долгожданная мечта сбылась. Я получила эту двухкомнатную квартиру. Брещанка Наталья, как и сотни ее будущих соседей, еще год назад должна была въехать в новую квартиру. Но строительство продвигалось очень медленно. Лишь под занавес этого лета дом на 117 квартир по улице Махновича ввели в эксплуатацию. Не раз будущие жильцы заходили на сайт Брестского облисполкома и сверялись с графиком сдачи проблемных домов, чтобы лишний раз убедиться, что затянувшееся строительство близится к концу. Заходишь в космос. Большое пространство, можно хороводы водить вот по таким помещениям. Эхо, кричали «Ура!». Эмоции, конечно, только положительные, радостные. Качество хорошее. С такой же нескрываемой радостью осматривают свои новые квартиры сотни жителей Бреста и области. Здесь за последние два месяца стало меньше на 8 долгостроев. У строителей почти получилось уложиться в график. Статистику подпортил лишь дом в Барановичах, которого потенциальные жильцы никак не могут дождаться. Сейчас срок его сдачи сдвинули еще на месяц. Такая ситуация, я считаю, крайне недопустима. И, в общем-то, складывается такое впечатление, что для кого-то это уже стало обыденным, пообещать и забыть, самому же составить график, взять на себя обязательства,
а потом не моргнув глазом провалить. С выполнением обещаний данных рабочей группе по проблемным вопросам в строительстве, созданной по поручению президента Беларуси, проблем не возникло лишь у Гродненской области, где график ввода долгостроев в июле-августе был соблюден на 100%. Однако силы, брошенные на долгострои, поставили под удар другие объекты Гродненщины. У вас через месяц, два, появятся новые сверхнормативные дома. И вы этого не должны допустить, чтобы потом мы тут не разбирались. Я знаю, что новые могут появиться. Вот и займитесь этой проблемой вплотную. Это у ваших сил. Не соблюдают распланированные графики и остальные области. Правда, просрочку стараются оперативно ликвидировать. В Могилевской области в августе в эксплуатацию должны были сдать 6 домов. Однако новых квартир дождались жильцы лишь одного из них. Остальные стройки догнали график уже в сентябре. Похожая ситуация и в Минске. Вот во всех ваших графиках есть последняя графа. Ответственность за ввод в эксплуатацию объекта. И пофамильно написано. За каждый дом, каждый человек. И ответственность какую-то должны эти люди нести. Давайте представим конкретный перечень должностных лиц, которые ответственны за ввод домов и которые не выполнили соответствующие свои обязанности. Значит, мы их должны привлечь к дисциплинарной ответственности. Кстати, уже ряд облсполкомов, конкретно уже Могилевский, и Минский горосполком такие решения у себя принял. Сданные летом долгострои – это только первая ласточка. По республике остаются десятки проблемных домов, где нормативные сроки строительства зачастую превышены в несколько раз. Вот этот дом в Гомеле будущие жильцы ждут уже не первый месяц. Окончательный срок сдачи – ноябрь. Пока что дольщикам остается только гадать, будет ли соблюден новый график. Планируется, что все долгострои будут сданы в этом году. Пик количества домов, ввозимых в эксплуатацию, придется на ноябрь-декабрь. Именно тогда люди должны получить ключи от действительно долгожданных квартир, стройка которых затянулась на месяцы и годы. Наталья Шнитко, Юлия Бешанова и Александр Добриян, телекомпания СТВ. Столичную станцию метро «Малиновка» планируют открыть в мае. Об этом сегодня сообщил председатель Мингорсполкома Николай Ладудько. Сроки строительства затянулись из-за кадровых проблем. В частности, не хватает монолитчиков. Чтобы достроить станцию, требуется несколько сотен специалистов. Пока удалось найти лишь 50. Также начались подготовительные работы к строительству третьей линии метро. Она пройдет под рекой Свеслочь и соединит южные и северные районы с центром. На новой ветке будет 7 станций. 9 мая откроем станцию метро. В очень непростых условиях там работы ведутся. Мы там сказали частным застройщикам, которые вдоль проспекта Дзержинского строят, дайте людей, помогите. Там не хватает 200 человек, монолитчиков. Мы начали уже работы подготовительные по перекладке коммуникации. Это говорит о том, что третья линия уже строится. И в следующем году задача войти в такую более активную фазу, уже опуститься под землю, раскопать первую станцию. В Минске в будущем году построят не менее 1 000 000 квадратных метров жилья. Особое внимание уделят тому, чтобы не было проблемных домов. Как подчеркнул Николай Ладудько, в Минске строят сотни многоэтажек. И лишь несколько недобросовестных застройщиков портят репутацию всего стройкомплекса. Вместе с тем появляются и жильцы, которые, воспользовавшись пристальным вниманием к теме возведения домов, настаивают на скорейшем завершении строительства их квартир, не рассчитавшись за них. Промышленное предприятие, ориентированное на то, чтобы строить арендное жилье, ведь оно поможет решить вопрос с нехваткой трудовых ресурсов. К слову, первые в столице 2 арендных дома примут новоселов в день города. Эти дома построены за счет городского бюджета. И они будут являться собственностью города. Эти люди будут жить в этих квартирах и платить деньги ЖРЭО от Первомайского района. А эту арендную плату мы будем направлять на проектирование строительства нового арендного дома. Мы говорим сегодня даже руководителям промышленных предприятий наших, тоже берите, стройте арендное жилье. ЖСПК тоже будет строиться. В этом году классически, можно уже так сказать, в городе Минске будет введено в эксплуатацию чуть более 1 000 000 квадратных метров жилых домов, во всяком случае не меньше уровня прошлого года. По словам мэра, национальный футбольный стадион планируется создать в Минске на базе стадиона «Трактор». Также принято решение о капитальной реконструкции в столице стадиона «Динамо» вместо его сноса. Ключи от квартир в преддверии Дня города Минска получили сегодня 254 столичные семьи. Среди них 19 многодетных. Дом сдали с полной отделкой, счастливым новоселом осталось лишь купить мебель. Рядом с новостройкой оборудована автостоянка практически на 150 машиномест. Татьяна Ревизори продолжит. Проходи.
какая у нас квартира большая. Как здорово. Большая квартира для большой семьи. 4 комнаты, 2 балкона и санузла, просторная прихожая и даже кладовка. Новоиспеченные жильцы с энтузиазмом проводят экскурсию. О таких хоромах они мечтали не один год. 12 лет Максим и Екатерина Жабчиц жили в общежитии. При этом в семье 3 маленьких детей. Комнаты хорошие, просторные, светлые. Мы комнатами очень довольны и планировкой нашей квартиры. Приятно, то есть такой день получить ключи от так долгожданной нашей квартиры. Они уже знают, как придать своей мечте подобающую огранку. Дело за малым. Осталось перевести мебель и навести лоск. Сама квартира сдана с полной отделкой. Это наша мечта, наконец-то она сбылась. Думаю, что к выходным дням будем переезжать. Это район хороший. Магазины есть рядышком. И садик нас взяли без проблем. И в школу. То есть мы очень рады, к нам отнеслись все хорошо. Соседями в этой высотке по улице Герасименко стали 254 семьи. 19 из них многодетные. Красную ленту недаром перерезали сегодня. Сдача домов накануне Дня города уже традиционно. К слову, около 75% жильцов – бюджетники. Врачи, учителя, работники коммунального хозяйства. Рядом с 19-этажной новостройкой оборудовали гостевую парковку на 146 машиномест. До конца года в районе планируется еще возведение 4 жилых объектов. Из них это 2 жилых дома, общежитие и арендный дом на 143 квартиры в микрорайоне Чижовка-6А. А пока на неделе новоселье грядет в Октябрьском районе столицы. Послезавтра там сдается аналогичная высотка на 131 квартиру. Татьяна Ревизория, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. В Беларуси планируют активно развивать небольшие частные пивоварни. Это позволит сократить необоснованно высокий импорт пенного напитка. Крупные производители пива пока не справляются с поставленной задачей, хотя в республике созданы все условия для поддержания собственной пивной отрасли. Уже полностью отказались от импортного пивоваренного ячменя. Производим собственный соль для светлых сортов пива. Однако пивзаводы не могут освоить уже имеющиеся производственные мощности, не решили проблемы и инвестиции крупных европейских производителей пенного напитка. Более того, иностранные компании-инвесторы еще и ввозят в Беларусь продукцию своих дочерних предприятий. Большой объем импорта – это основная проблема. У нас уже в текущем году в товарных ресурсах данной товарной позиции, пиво я имею в виду, импорт составляет 30%. Это аномально для страны, имеющей такие крупные пивоварные предприятия. Так, для примера, если говорить, там в России где-то около 4%, на Украине там 1,3%, Польша там не превышает 2%, а у нас 30% товарных ресурсов. Проблема, утверждают специалисты, еще и в том, что в Беларуси доля пива в общем потреблении алкогольных напитков невелика. Основная задача на сегодня – полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Причем не только классическими сортами пива. Крупные заводы – это хорошо, но мы забыли о том, как работают западные страны, особенно это Чехия, Германия, которые работают с малыми пивоварнями, с оригинальными, классическими, неклассическими, с уникальными сортами пива. Не только пиво ячменное, пиво должно быть и пшеничное, и белое, и темное. И поэтому мы будем и солодовинные заводы перестраивать на выпуск солода именно этого направления. Покоряя небеса, ворши создали первый серийный вертолет Ми-8. Его предшественник родом из 60-х прошлого столетия. Но недавно вертолет возродили, воздушная машина даже установила мировой рекорд по высоте, покорив Эверест. При этом брал такую высоту Ми-8 более 10 раз. Секрет обновленного вертолета в двигателе, аналогов которого нет ни в одной стране мира. Мощное сердце вертолета производят пока в Украине, а вот все остальные детали делают на Оршанском авиаремонтном заводе, где будет налажено серийное производство таких машин. Аналогичный вертолет Ми-8 МСБ впервые в истории авиации был поднят на высоту 9150 метров. Такого не делала ни одна машина в мире. Этот вертолет практически аналог Ми-8Т, который производили еще в 60-е годы прошлого столетия. Сегодня уникальную машину буквально возродили украинские инвесторы. Они модернизировали старый Ми-8. И пробный экземпляр нового вертолета побил мировой рекорд по взятию высоты. Теперь же обязанности по производству таких воздушных машин, но уже
уже серийному, возложили на Оршанский авиаремонтный завод. Мы считаем, что вертолет по своим характеристикам полностью соответствует, а даже кое в чем превосходит современно, в настоящее время выпускаемый вертолет Ми-8 МТВ-5. На вертолете установлен уникальный двигатель, которому нет аналогов в мире. Он значительно превосходит своих предшественников и по мощности, и по высоте, и по температуре холодного запуска. Здесь добавлено, потому что двигатель немножко короче, чем который стоял раньше, поэтому поставлена вот такая проставка здесь вот. И заборник увеличился. Уникальные двигатели в Оршу будут поставлять из Украины. Остальные детали изготовят на месте. Планируется, что уже в 2014 году на Оршанском авиаремонтном заводе выпустят порядка 20 вертолетов. Сложно, конечно, собирать вертолет. Потому что это ж не велосипед, правильно. Здесь же люди летают. К слову, дебют Ми-8 МСБ оршанского производства состоится 23 сентября на аэродроме Боровая под Минском. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Финал республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» проходит в Новополоцке. Лучшая команда страны определится в трехдневных спортивных баталиях. В них участвуют только детские любительские команды. Юные спортсмены, которые продемонстрируют лучшие качества, смогут попасть в специализированную школу по футболу. Команду победителя ждет чемпионский кубок, а всех участников турнира – памятные призы от президентского спортивного клуба, который выступает одним из организаторов ежегодных соревнований по футболу. Ребята полностью выкладываются на футбольном поле и стараются проявить себя как можно лучше для того, чтобы получить и завоевать трофей. Путь их не длинный футбольный, как говорится. Кто будет стараться, всегда есть шанс заиграть получше. И это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Сразу после нас программа «Столичные подробности». Итоги дня подведем в 22:30. И я прощаюсь с вами до этого времени.